Уважаемый Михаил Владимирович, приветствую ваш визит в Таджикистан. Россия наш важный стратегический партнер и союзник. Таджикско-российские связи имеют высокую динамику развития по всем направлениям. Россия остается главным торговым партнером Таджикистана. Тенденцию неуклонного расширения имеют культурно-гуманитарные связи. Мы тесно сотрудничаем в сфере безопасности. Развитие таджикско-российских отношений занимает приоритетное место в нынешней политике Таджикистана. Мы будем и далее прилагать необходимые усилия для наращивания многопланового взаимодействия с Российской Федерацией. Убежден, что результаты вашего визита придадут новый импульс нашим двусторонним отношениям. Еще раз добро пожаловать. Пожалуйста, уважаемый Михаил Владимирович, вам слово. Уважаемый Имамали Шарипович, хочу вас сердечно еще раз поприветствовать, поблагодарить за теплый прием, который оказан российской делегации, и, конечно, передать самые теплые слова от Владимира Владимировича Путина, президента Российской Федерации. Мы искренне дорожим партнерскими, союзническими отношениями с Таджикистаном, и они основаны на традициях дружбы, исторической дружбы, взаимного уважения наших братских народов. По итогам визита в Таджикистан президента Владимира Путина в июне прошлого года были, соответственно, достигнуты соглашения с вами об укреплении взаимных всех направлений работ, и, конечно, дело правительства исполнять то, что решили наши президенты. Наше торгово-экономическое сотрудничество развивается устойчиво. В этом году, за 22-й год, по сравнению с 21-м годом, на 18% повысился взаимный товарооборот, но составил где-то порядка 1,5 миллиарда долларов. Много это или мало? Конечно, мало. Абсолютно уверен, что есть возможности нарастить взаимодействие в совершенно разных отраслях и в разных сферах. Это энергетика, это и транспорт, сельское хозяйство, промышленное производство, строительство, цифровые технологии. И здесь, уважаемый Имамали Шарипович, мы привезли очень внушительную делегацию из России. С нами 7 министров, 2 вице-премьера, представители деловых кругов, руководители 260 компаний из России приехали. Форум сегодня около 600 человек насчитывает. И мы с моим коллегом Кахиром Расулзада только что посещали форум, где выступали и призывали наших бизнесменов, наших партнеров создавать совместные производства, наращивать взаимный торговый оборот, думать о укреплении в том числе и культурных связей, заниматься развитием по всем направлениям взаимной повестки.